Да. Так, пониже приседай. Тут как ноги ставить? У тебя ноги нормально стоят, да, только главное не наклоняйся вперед. Выше бросай. Четче. Молодец. Ты не делай паузу. У тебя прям вот нон-стоп должно движение. Приседа броска, приседа броска. На следующем круге мы усложним все это. Молодец. Не наклоняйся корпусом. Умняша, еще чуть-чуть. Вот видите, Яна подчеркнуто громко выдыхает. Это для чего делается? Чтобы вы понимали, как нужно дышать. Стоп, свинг. Яна, вот свинг ты не очень правильно делала. Яна, Почему? точка нирвана. Яна, точка нирвана. Самопрезентация – это главное. Подожди. Сильнее маши. У тебя гиря должна вниз как бы идти. Давай. Ой, Выдох. я так Нет, не боюсь. забрасывай. Вот примерно так, да. Выдох. Умничка. Ниже садись. Тазом выталкивай. Когда ты работаешь с гирей, у тебя рука только Она проводник. напрягается. У тебя руки только проводник. Сейчас Да. главное таз. Вот через руки ты получаешь нагрузку на весь твой корпус. Умничка. Яна у меня молодчинка. Осталось чуть-чуть. У нас будет минута планки. Третий круг. И на четвертый мы усложним упражнение. Стоп. Планка. Сейчас, пока Яна будет стоять в планке, мы с вами поболтаем немножко. Ну, я не могу сказать, что я Яну тренирую как персональный тренер. У нас как бы не очень много времени. И вот Яна только второй раз пришла ко мне на тренировку. Ниже попу, жестче спина, поясницу не прогибай. Голову не запрокидывай, корпус ровная линия. А вот, Яна, конечно, молодец, она герой, потому что на самом деле это очень серьезная нагрузка. И мы работаем 30 секунд, 3 круга по 30 секунд без отдыха. Это прям вот конкретно профессиональная нагрузка. Если вы захотите повторить, работайте в режиме табата. 20 секунд работайте, 10 секунд отдыха. 20 секунд работайте, 10 секунд отдых. Здесь мы работаем без отдыха. Это реально очень тяжело. Вот посмотрите, человек реально После напряжен. йоги ничего не страшно. Да, после йоги ничего не страшно. После нашей вообще с Яной жизни это точно ничего не страшно, но тем не менее это правда тяжело. Вот. Хочу вам сказать, что, конечно же, вот эти вот функциональные упражнения, если у вас не очень много времени, если у вас не очень много времени, да, то это идеальный вариант. Потому что такая тренировка, выключай секундомер, отдыхаешь, восстанавливаешь дыхание, ходишь, пьешь воду. Такая тренировка за короткое время, за 20-30 секунд, прорабатывает просто реально все группы мышц и прорабатывает очень круто. В паузах во время отдыха вы не сидите никогда. Это также касается и круговых тренировок. Вы просто ходите по залу, пьете воду и восстанавливаете дыхание. Как только вы восстановите дыхание, вы тут же можете продолжать дальше. Так, Ян, меняем упражнение, немножко усложняем, но работаем по 20 секунд. Нет, по-другому сделаем. Меняем упражнение, немножко усложняем, но работаем по 20 секунд. Держи. Ну да. Всем привет. А потом? Ну, так, первое, Да, второе. второе упражнение. Ты отжимаешься, зашагиваешь. Отжимаешься, и другой ногой зашагиваешь. Поняла, да? Да. А здесь мы с тобой делаем приседы, плие с касанием. Поняла? Давай. Подожди секундомер. Ну, 30 здесь, потому что будут переходы, а здесь по 20. Так, поехала. Положила мяч. Умничка. Полубёрпи, хорошо. Ну, ты делаешь полу, хорошо, оставь полу. Полу быстрее, лучше полу в этой ситуации. Ага. Умничка. Сын Яны в порядке. Играл все утро в шахматы. Три партии выиграл, четвертую проиграл. Стоп, переход. С Юриком все хорошо. Яна вызвала доктора. Отжимание, зашагивание.
Нян, глубже отжимайся, касайся груди табуретки. И также не от пола, вот, локти назад, на трицепс, молодец. Выдох, умничка, спину держишь. Так что с Юрочкой все хорошо, я с ним уже два раза по телефону разговаривал, призвала ему клубнички. Ян, клубнику ему попы обрезай, потому что он ленится попы откусывать. А вчера он съел две коробки. Чуть-чуть осталось, молодец. Стоп. Приседание. Глубокая постановка, плие, ноги очень широко. Носки не так сильно наружу, чуть внутрь. С ровной спиной садишься глубоко, касаешься пола и подбородка. Поехала. Да, умничка. Ниже приседаем. Ниже присед. Потому что Яна отжималась с акцентом на трицепс, поэтому локти назад. Это самый сложный и самый полезный для женщин вид отжимания. Локти назад вдоль корпуса вот так вот у вас ходят. Ну, это практически элементы кроссфита, да, и темп как бы даже кроссфитовский. Ой, ну что, ребят, давайте я уже займусь вплотную Яной, да. Спасибо вам, что вы были с нами. Мы сегодня еще обязательно поболтаем. У меня есть для вас очень интересная тема. Стоп, отдых. Без планки сейчас отдыхай. Ян, сейчас я тебе добавлю пресс, если не хватает нагрузки. Ты еле дышишь, а тебе не хватает нагрузки? Давай сюда на пресс, давай. То, что я тебе показывала в прошлый раз. Яна просит вместо отдыха добавить ей вместо планки что-то. Вверх ноги, да, я ей добавляю пресс. Максимально назад. Нет, максимально назад продвигаешься. Да. На боссу, с круглой спиной, ног, полное скручивание. На боссу, если у вас есть возможность работать на боссу, ниже, максимально вниз опускайся. На боссу работать прекрасно. Почему? Потому что у вас поясница, так же, как и на фитболе, находится практически в покое. Поэтому это очень круто работать на боссу. Выдох, умничка. Подбородок прижат к груди. Шея у вас расслаблена. Не секрет, я не 30 лет, но она у меня практически девственница с детства. Умничка, до отказа, Ян, работаешь так, что последний раз ты уже не можешь повторить даже под пистолетом. До отказа работаем на пресс всегда. Последний раз мы не можем повторить даже под дулом пистолета. Именно так. Напрягай максимально живот и прям весь воздух выталкивай, как шарик из живота выталкиваешь. Умничка, давай, еще не отказ. Горжусь своей дочерью на самом деле. Она у меня вот реально стоек. Давай еще. Все прекрасно у тебя, Мусик. Костюмы у нас с ней были одинаковые, где мой такой зеленый, не помню. Продала. Яна все знает. Давай. Молодец. Умняшечка. Еще три разочка. Давай еще два раза. Статику сделаем. Последний раз и сделаешь статику. Так. Нет, опустилась. Поднялась буквально на 5 сантиметров и держишь. Вот. Держи. На сантиметр ниже опустись. Держи. Хорошо. Округляй полностью спину. Держи. Держи до отказа. Все, мои хорошие. Всем прекрасного дня. Очень рада, что вы были с нами.